Прием граждан в общественной приемной Дмитрия Медведева провел заместитель председателя Народного собрания Саид Ахмед Ахмедов. Жители республики пришли к нему с разными проблемами. Так, Патимат Гаджиева, многодетная мама из Махачкалы, рассказала, что вот уже много лет ее семья стоит в очереди на жилье. Все это время женщина с детьми живет на съемной квартире. Ахмедов посоветовал ей стать в очередь на приобретение участка и обещал помочь ей в этом вопросе. А вот Рабият Мурзаева, мать 10 детей, попросила, чтобы ей помогли провести газ и свет в дом. Новое жилище семье построил депутат Ислам Гусейханов, но справить новоселье пока не получается. Не подвели коммуникации. Заместитель председателя парламента сразу позвонил министру экономики и территориального развития Раюдину Юсуфову и попросил взять вопрос под контроль. Там уличного подводящего газопровода нет, где-то протяжено 400 метров. Там, оказывается, люди то резиновыми шлангами как-то вот самовольно вот это подсоединились, это же можно и опасно. А там в конце живет мать 10 детей. Там какие-нибудь средства найти, выделить этим газовикам, чтобы эту работу немедленно сделали, можно будет дать указание?